Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, как вы видите, у нас такая вот прикольная заставочка, нравится мне заставочка, которую они рисуют перед каждым новым событием. В принципе, событие нам сейчас не важно, по-моему, это у нас не лабиринт, это у нас обычное событие, да, но сейчас мы приступим к прохождению чего? Прохождению нового острова, который будет у нас в двух частях. Так. А ну-ка. Вот, все нормально, сейчас у нас звук должен появиться, да, все есть, отлично. Можно вернуться на весь экран. Здесь купа всяких новостей, получаем какой-то сундучок, остальное нас не интересует. Сразу же давайте пойдем в наше подземелье, на нашу карту странствий. Вот наша новая карта, кстати, выглядит прикольно. И, кстати, мы уже же получили вот этого вот парнишку. Кстати, он у меня тут высиживается. Вот он, ребятки. Он уже готов. То есть в следующей серии мы его прокачаем. Но сначала нам нужно будет его преодолеть. Точнее, через одну серию, скорее всего. Потому что серия прохождения острова займет у нас две серии. Так. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 остановок. То есть мы проходим первую половинку и потом вторую половинку. Итак, а кстати, какие у нас тут стихии? Тут никакой подсказки у нас по острову нет. Ну, вроде как нет. Ну, ладно. Здесь у нас одна волна. Так, мы помним, что у нас есть в некоторых поединках две волны. То есть 6 противников, 2 раза по 3, а в некоторых обычные. Так, эпики 116. Ну, давайте пойдем в бой. Так, что у меня тут за команда? Тут должна стоять команда старая, которой я сражался раньше. Ну, это моя топовая команда, которая сейчас тут всех нагнет. Ну, давайте мы сейчас посмотрим. Но вообще мы будем менять. На каждый бой у нас будет своя новая команда. Что-то мне кажется, что надо погромче сделать. Вот как-то так. Вольтик. Ладно, даже пропущу вольтика, потому что это будет вообще... Вообще... Имба. И, кстати, да, вот эту суперку использовать тоже, в принципе, не так выгодно, потому что она будет слабее по удару. По-моему, на нее бонус вот этот не работает. Двойной урон сейчас. А, нет, работает. Ну, ладно. Суперка всегда тогда предпочтительная. Она еще у нас тут в случае с Барбадосом хелсы восстанавливает, если бы это было нужно, конечно. 24 хелса выжил. Вот так. Так, перерисованная вот эта вот вся штукенция. Ну, смотрите, не дали нам 3 звезды. В принципе... А, ну да, потому что Барбадос не добил за один удар всех. Ну ладно. 2 звездочки это тоже хорошо. Можно всегда перепройти на 3 звездочки и получить еще одну награду. Так, ну, да, мы тут 13 левел получим. На прохождение этого острова. Это хорошо. Так, первая остановочка. Подземелье открыто. Готовы к высшей лиге. Что это такое вообще? Да не надо мне эта штука. Взяла меня так, с толку сбила. Перебросила. Я-то думал, это что-то касается к режиму карьеры, так сказать. Так, здесь тоже у нас... ну, враги разношерстные. То есть, как бы, это... необычно. Обычно же у нас остров как? Вот это у нас волшебные твари, это здесь мрак, ну короче острова, вот здесь там металл, например, да? А этот остров у нас какой-то комбинированный, здесь кто угодно, но не тот, кто нам надо. Так, ну давайте будем менять команду. Так, кого мы возьмем в качестве... контроля. Так, а кого мы качали последний раз? Ну вот, кстати, давай, пусть будет контроль вот этот. Ну, пусть вот так вот будет. И вот так вот, допустим. Давай, монстр из большие разборки в маленьком Китае, или как там эта вся штука называлась? Так, нет, двойной нам не надо, не надо. Нам четверной тоже не надо. Так, снимает противника все положительные эффекты, уязвимость к мраку. Пока что нет, нам нужен одержимость. У него же должна быть одержимость. У него нет одержимости. Есть только слепота.
Слепота сработала не на всех. Так. Давай так его сейчас прорубим и закамуфлируемся. Так, а у тебя тут должно быть, вот точно, паралич есть. По двум из трех, отлично, в принципе. Саламандра слепая. Она нас особо не продамажит. Промазала, отлично. Я найду тебя! Может, так, паралич сюда не сработает. Слабость. Что-то как-то тоже не очень. О, нормально, тут случайные рандомные эффекты, да, у нас были? Ну, до сих пор еще все живы, это непорядок какой-то. Минус 2. Нормалек. Попала по кому-то? Попала по самураю. Второй раз попала по самураю. Так, я тебя найду. Парализуй его уже наконец-то. Ну и все. И добиваем. Долго как-то получилось, но команду, как говорится, не подбираю. И две звезды мы получили. Хоть так, но прикольно, кстати. Так нравится эта картиночка, как нарисована. Друзья, где вы? Никто не играет в Monster Legend. А, мы уже прям получили 113 левел. Ничего себе, быстро, как быстро. Аж один кристалл нам дали. Да хоть бы 1000 давали, ё-моё, за уровень. Так, о, здесь у нас уже две волны. А, на второй волне у нас будут легенды, свет, свет, свет. Свет против кого у нас хорош? А, точнее, кто хорош против света? То есть нам нужен металл, по-моему, против света. Здесь как такая вот логика. Если я не ошибаюсь, я уже и забыл эту таблицу. Нет, спасибо, сменить команду. Ать-ать-ать. Итак, кого будем брать? Поскольку у нас две волны, то есть нужно брать кого-то довольно крепкого. Так. Гречен в качестве саппорта. Интересно, что получится. Так, это у нас кто? Джабалин, да? Есть Джакуган, у меня еще нет, да? Есть пингвинище. Пингвин дымажит неплохо, в принципе, да? А, хотя мне металл нужен какой-то. Металл. Вот так вот и металл нужен. Металл. Стихия. Металл. Кто мне тут? О, у меня есть вот виверна. Отлично. Так, а как тебя зовут? Мумия. Так. Акхенатеп, или Акхенатеп, как там его правильно прочитать. Так, грибочек. Контроль природы. Так, по всем, пожалуйста, как-нибудь. Так, не так, как бы, как я хотел, конечно. Ну да, 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 мы видим, что он силен против сфинкса. Выжгли ему глаза. Так, вот это вот один дополнительный ход. Нравится мне Шалинар. Хорошо раздает. Давай его пробьем. Минус. Довольно быстро. Мы, они еще не походили, а мы уже по второму кругу ходим. Прям даже не знаю, что с вами делать. Да, отнимать у него 100% энергии вообще не по приколу. Добавляет союзника 30% выносливости. И еще дополнительный ход. На тебе второй раз одержимость. Просто не хотел забирать энергию, это горание, хоть сами как-нибудь. Ну, правда, по 2000 урона это. Это все равно, что ничего. Горение, это всегда хорошо. Самая сильная стихия у нас огонь.
Так, ну грибочек у нас конкретно шустрый. Давайте ускоримся здесь. Уже ничего интересного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я забыл. Я забыл о нашей второй волне, ёшкин ты кот. Так, ну этого недостаточно. Отнимем выносливость. Это как у нас, как у Тетис ход, да? Да, минус 100% и плюс своим все передалось. Так, гарпия сгорела. Осталось вот это бастет. Дочка Райли, как там, кто там у нас она в легендах Дракономании была. Нет, не добивает. Хотя, что лучше, без разницы. Давайте сделаем вот так. А вы знали, кстати, ребята, что мухоморы вполне себе съедобные грибы? Они не более отравленные, чем многие из съедобных грибов. Их просто два раза отвариваешь и можно есть. Абсолютно спокойно. Есть много обычных сортов грибов, которые нужно отваривать дважды. То есть прокипятил, слил воду, еще раз прокипятил, и тогда можно их уже там жарить, варить и так далее. Так, идем дальше. 76 миллионов опыта, и нам дадут классную рунку. У нас здесь две волны и уже 6 врагов. Ну, помчались. Так. Вместо грибочка можно взять кого? Например, Эгитера. Так, а что у нас еще по металлу? Кто у нас может дымажить так неплохо, кроме Виверны? Так, у нас еще есть борода. Допустим. Ну вот так вот попробуем. Так, крокодильчик. Прикольный крокодильчик. Как тебя зовут, крокодильчик? И, а, тут у нас три крокодильчика. Так, нет, нам сейчас это все не надо, параличи нам не надо. А вот горение это всегда хорошо. Так, что у нас тут, солдатик? Че он может, у него тоже есть какая-то усиление урона. Ага, отлично. Минус 7, это уже другое дело, не минус 3. Есть еще такое дело, но попробуем еще раз одержать всех. О, попало неплохо. Ну, в общем-то, все покойники, да? Где там твой какой-то массовый удар есть? Есть, отлично. Вот ты ж, ё-моё, взял это и промазал. Так, что у нас тут с энергией? Хватит на следующий бой, у нас еще целый бой впереди. Ну, есть такое. Ну и паралич есть. Поджигаем. Вайпер Хатепа. А ну-ка, что он зарядит нам? Ну такое. Пропускаем, ребята. Ждем атаки. Пора отдохнуть. Сейчас кого он там? Он все самым сильным считает Купербирда, да? Они все атакуют. Самого опасного обычно.
Ах, ты у этих же неуязвимость горения. Так. Ну еще такое у нас есть. Так, ну а какой будет босс, кстати, вообще? Смогу ли я пройти босса сейчас? Это не точно. Довольно долго мы тут бодались, но все-таки прошли. Даже до двух звезд не дотянули, ну конечно же. Так, ну и у нас теперь, ребята, босс. Ну, у него будет чертовски много жизни, и его нужно... У меня только одна комбинация налажена на боссов. Это Таймерион. Вольтик. Там Таймерион. Наверное, Тетис и Таймерион. Вот так вот. Ну так, сходу я больше ничего не придумаю. Сколько у этого парнишки жизни? 800 тысяч. Ну не так уж много. А у этих мало, по 40 тысяч. Ну помчались. Так, к чему он тут не уязвим? Ну как обычно, ко всему. Кошмары, одержимость, заморозка, иммунитет к смерти, гармония. Восстанавливает еще, это плохо. Неуязвим к яду и горению. Ну в общем, кровотечение на него только работает. Ну и выжигание манны тоже работает. Но он себе восстановит плюс 15. Так, ну, Вольтику главное сейчас вынести вот этих вот ребят. На нем мы не концентрируемся. И потихонечку съедим вот этих вот ребят. Ну, можно и так сделать. Ну, если сейчас Таймерион не промажет, то будет все отлично. Но иногда бывает не срабатывает вот эта штука по поводу уменьшения жизни. Эквалайзер. Ну, а, сработало. Ну, значит, тогда все. Он покойник. Ну вот и все, в принципе. Та-дам! Вот так вот, ребятки, половину острова мы прошли. Следующая половина будет во второй из серии. О, хорошо, 26 тысяч нанесли. Чего-то-то там. И по прохождению нам... Чего? А, не, когда мы повышаем уровень, обычно нам дают какую-то плюшку. Ну, точнее, возможность купить что-то по дешевке. Какого-то монстра. Ну тогда, ребятки, всем пока. До встречи в следующей серии.